Смотрите, какая шикарная бунгевилья. Красотища какая. Вот что значит климат. И балкончик такой миленький, правда? Обожаю. Ах, смотрите, какое шикарное зрелище. И кактусы, и виноград вон у них растет. А там вот, смотрите, у нас маленький ресторанчик с видом на море. Вот так вот всегда, послушайте, я уже сложила телефон. Тут цветы, то кто-то интересный. Там, видите, ресторанчик. Люди сидят прям такие с видом на море, выпивают свои коктейли. Полиция. И вот здесь, смотрите, мы входим в старый город. Здесь тоже куча всяких ресторанов. Я подключила заново свои наушники. Все-таки я должна вам это показать, потому что, ну как же так? Вот здесь вот у нас площадь со всеми ресторанчиками. Здесь куча всяких ресторанов, да? А мы с вами пойдем вот туда, в маленькие улочки. Там он Fashion Gallery. Смотрите, какое небо. Смотрите на эти балконы. Вот это настоящие ставни. Здесь тоже вон есть уже бутики всякие разные. Ой, как я говорю. Так, здесь сувениры. Там ресторан Антьян. Ну вот, смотрите, видите, какие здесь улочки. Но здесь вот ничего нет интересного. Давайте обойдем, следующий пойдем. Покупать здесь, конечно, ничего не нужно. Здесь не то, что в два дорого. Здесь в три, в четыре раза дороже, чем где-нибудь даже на самом променаде. Там какой-то маленький бар такой, посмотрите, в старинном стиле. Так, здесь будем подниматься, где я поднималась в прошлый раз. На гору, но нам туда не надо. Давайте пройдемся здесь по этой улочке, быстренько посмотрим, что я сейчас точно заблудюсь. Я вообще не знаю, куда я иду.
Так, это все идет в гору, понятно. О, bonjour madame. Ça c'est beau. Combien ça vaut? Combien? Combien? 59. 59, magnifique. Dernière que elle, elle est très belle. Aujourd'hui, j'ai vendu 3 comme ça. Ah, je vous crois. Magnifique. Как мне понравилось вот это вот платье, вот 59 евро, вот оно в бежевых тонах, а то белое. Ну видите, друзья, лето-то заканчивается. Я за эту цену, качество хорошее, которое я люблю, вот этот вот такой толстый, как вот я говорю, как вот на мне сегодня курточка, такой как Марлёвка. Вот здесь вот у нас идет церковь. Галерея картин. Здесь скульптуры. И вот мое любимое белье. Вот как я говорила, видите? Сушится вот так на стенах, вот напротив торгового дома. Трусы можно повешать, конечно, тоже. Что они делают? А куда их девать? Так, это вот там вот наша гора, Ле Колины де Шато. Здесь еще одна улочка. Так, ну я пойду спущусь сюда в центр. Вот это вот часовня, и там вот я не знаю, что это за купол какой-то церкви или мечети. Это видно очень хорошо с Колин сверху. Все это увидите в моих видео. Здесь очень много всяких платьишков, маечек. Конечно же, куча всяких ресторанчиков. Вон, видите, все улочки вот эти такие худенькие, скажем так. Если найду, здесь есть такая одна улица, там вообще такое. Вот там, смотрите, видите, в окне он, мужчина выглядывает. Я его чуть заметила. Боже мой, сколько людей. Все едят мороженое, пьют какие-то напитки. Ну это такое... Ой, прямо возле водички так стало прохладно. Боже мой, как классно стало. Очень жарко, очень жарко. Я охлаждаюсь. Людей, людищи вообще. О, обалдеть. Девчонки, вот вы понимаете, о чем я говорю? Что скучно одной.
Снимать, конечно, неплохо, но вот посидеть бы, вот посидеть, выпить стаканчик прохладительного напитка, поговорить, обменяться эмоциями. Ну вот моя любимая улочка, вот мой дом, вот этот вот, видите, узенький такой. Класс. Здоровска. Там то же самое. Не знаю, куда правильно идти на выход. Аптека. Я уж, конечно, в бутики заходить не буду снимать, а так вот с улицы буду проходить мимо. Вот здесь вот все продукты, мы здесь галкой. Я даже здесь, по-моему, крем покупала для рук. Эти с оливковым маслом. Мои любимые коты. Очень люблю коты. Коты, котов. Трезор публик. Здесь что-то, наверное, такое все старинное. А здесь продукты региональные. Все, что касается Франции. Вот сейчас бы взять вот этими перышками помахаться, да? Смотрите, вот здесь вот эти вот улочки. Мама дорогая. Здесь, конечно, ничего нет. Слышите эхо? А вон там он уже на параллели будет. Вон там небо. Вон там он будет что-то тоже. Коммерция. Я уже пойду по этой. Посмотрите, какие там старые-старые ставни. Я не думаю, что там внутри хорошее состояние квартир. Ой, здесь что-то посмотрим. А, здесь вот эта вот японская или китайская кухня, видите? Вот она вот будет по кругу будет это передвигаться. Вы заказываете, она двигается, вы берете свои тарелочки. Или берете, что хочете, а потом они вас рассчитывают. Здесь тоже какой-то ресторан. Очень-очень много, конечно, ресторанов, очень-очень много. Здесь у нас сумочки. И прямо так рестораны, представляете, вот идет, кушают, а люди идут и в спину им дышат. Здесь подают пиццу. Шляпы. Всякие разные. €265, €145, 900, что они с ума посходили? Это что, цены на шляпы такие? Наверное, какие-то там супер-пупер марочные. Ну ладно, мы не пойдем туда. Вот здесь будет все из лаванды 100%. О, послушайте, а вот он и трамвай, я могу доехать до центра. Ну что, давайте я вас проведу еще здесь. Я у девочки спросила, вот там идет трамвай, я потом сяду на трамвай и за рубль 50 доеду. Либо пойду ногами, вот здесь вот тоже, смотрите, такие красивые все продукты из лаванды, букетики там всякие. Пожалуйста, букетики. Очень люблю кошелочки, очень. Ну вот видите, вот я купила, когда я ездила в этот на рынок, я себе купила ее за €15, здесь она €20 стоит. Корзинка. Очень симпатичная корзиночка, красивая.
А здесь посмотрите, у нас бутик «Одно мыло». Боже, какая красота! Ну вот это вот знаменитое сока, что я вам говорила, помните? Это лепешки из пашиша. Я сама готовила дома, я покупала муку. Мы с Галкой никак сюда не придем на эту суку. Так, там уже я выхожу на площадь, в центр. Давайте еще немножечко пройдем по старой Ницце, по улочкам, потому что уже сегодня это последний день. Я сюда больше не вернусь. В этом году, я имею в виду. Очень, очень маловероятно. Потому что мой муж, он терпеть не может Ниццу. Вернее, не саму Ниццу, а именно въезд в Ниццу. А так уже потом, когда гуляем по променаду, уже ничего, ему нравится. Вот, пожалуйста, булочная, круассаны, пану шокола, все наши калории. Так, здесь у нас сумочки. Короче, послушайте, я кручусь, и все равно сейчас выйдем на одну и ту же улицу. Так, все, я поеду в центр города. Здесь тоже мыло. Мыло, свечи. Здорово. Вот видите, нежданно-негаданно, мы сегодня с вами просто замечательно прогулялись. Видите, вот это все декорасьон. Видите, вот все эти бидоны, все вот это все деко. Здесь вот какой-то, смотрите, ресторан в таком старом стиле. Видите, так мы все подглядываем. Так уж интересно, да, подглядывать? Через замочную скважину практически. Это фрукты, овощи. Здесь тоже что-то, какие-то сумки, сандалии. Ну, это девочки мои хорошие. Здесь такое качество, что оно нам 100 лет не надо. Вот черно-белая открытка. Это я, конечно, очень люблю. Здоровско, правда? Такие старые жизни. Ах, ах. Называется Евро-51 открыточка. Поэтому перебьюсь. Вот, вот я здесь проходила. Поэтому можно уже и выключиться. На эти фонтанчики. Дети здесь балдеют, да? Класс. Ой, я бы сейчас сама пошла. Честное слово. Если бы я могла смотреть на это малое. Ну ладно, деток нельзя снимать так. Взяли, сняла и хватит. Ну вот я уже практически в душе. Боже мой, как же жарко сегодня. А, хочу в эту душу, хочу. А пароходики, паровозики. Ну вот мы опять на центральной площади. С этими фигурами в небо, с этими голыми мужиками. Вот это галерея Лафайет. Это вот площадь центральная. Видите, здесь у нас ходят все-таки охранники. Очень красиво вымощена площадь. Вы знаете, я не против охраны. Видите, они следят, особенно вот за этими сборищами мальчишек. Но правильно делают. Пускай следят, правда же?
Я. Вон, видишь, Dior, жой. Я сейчас его буду пробовать. Послушай, вот их здесь два вида, а какая разница, скажи мне. Не знаю, надо ему выветриться, конечно. Так, а это что у нас? Ой, девчонки, ну уже так там кричали, что уже так все невкусно. Ну, не знаю, мне кажется, его нужно на каждую кожу пробовать. И потом мы уже только решать, потому что каждому же свое, правда? Так, а здесь? Это, наверное, крем. Сейчас буду пробовать. Молочко для тела сейчас намажу, пойду покажу. Послушайте, ну раз можно побрызгаться просто так, я сейчас им побрызгаюсь, покажу. Спрошу своей подруги, идет ли у меня к телу. Ну все, вот такой тебе, Олька, привет. Привет. Пятницу. Субботу, то есть выпить вот такой красивый напиточек, посмотрите, называется сприц. А мы взяли не апероль, сприц. Это с чем? С мартини? В состав апероль входит. Апероль. Я даже в субботу не стала вам снимать количество людей в Ницце, которое было там на центральной улице. Это просто какой-то завал. Ну, ладно, еще раз вам домик покажу один. Вот еще один. Ну да, со спины сисек не видно только что. Там пошла дама в том платье зеленым, но он всех охочет. У нее просто грудь голая, крестик на крестик. Это вообще ужас какой-то. Что творят, девочки, что творят? Магазины в купальниках. Полуголые по городу. Там какую-нибудь накидочку набросят на купальник, и вот здесь вот идут по центру. Ну, это вообще же, ну, я вообще не понимаю, конечно, этого. А, ну, короче, я разбубнилась. Налили нам воды и разбубнилась. Русских барышни, которые практически ругаются матом. Что понаставили тут каких-то колонн. Слушайте, выдают. Ой-ой-ой. Плейбой? О, плейбой. Что пара плейбоя? Et là, je ne sais pas de quelle femme tu peux rencontrer dans le parc, à Bocanta, hein? Galia говорит о своем мужчине, говорит, чего ты там творишь? Осторожно. Всякие гуляют. Давайте, по-моему, покажу. Посмотрите, какой красивый вот этот дом. Такой классный, да?
А людей здесь, мама дорогая, сколько здесь людей. А мы с Галечкой едим мороженое. У нее вишневое, а у меня, ой, манда шокола. Вот это я люблю. Вот эти ставни, вот эти цвет, да, цвет ницы. Это называется ставни персиен. Вот ставни персиен это называются. Видите, как они сделаны? Это вот такой-то стиль ницы. Вот это такая красота, красотища. А еще я вам хочу, вот, а сейчас я буду крутиться на одном месте, а вы просто посмотрите, сколько людей одновременно. Не, ну это же просто какой-то это. Куда-то они прошли все. И это начало сентября. Да, сказала моя Галочка. Тебе дома, там вон такие вон балкончики или что это. И вот здесь вот напротив, вот этот вот тоже треугольный, вот этот такой красивый. Вообще. Вот так красиво тоже смотрю. Оп. Ну ладно, мы пошли дальше. Хотела вам людей показать, камера отключилась от такого количества людей, поэтому все придется переснимать заново. Вот дом, вот дом. Вот этот дом, смотрите, сейчас мы к нему подойдем. Боже мой. И ведь у каждого дома явно есть своя история. И жили же здесь, наверное, какие-то очень знаменитые люди в свое время. Ой, какой букетик стоит. Да. Вот видишь, у меня тоже это за неделю съела мои самшит. За неделю. Такой красивый. Который на ужин, на десерт. Я вам сниму, посмотрите, какие здесь красивые дома. Мне бы такое интересно. Надо идти домой. Очень красиво, правда? Сейчас перейду на другую сторону. Смотрите, вот этот дом тоже такой, весь каменный. Мне кажется, они отреставрировали. Только сложу, иду опять. Ой, ну это же вообще, девочки. Район, конечно, не очень фешенебельный, но дома шикардючие. Смотрите, какие дома. Ой, ой, ой. Ой, вообще. Галя. Постой чуть-чуть. Посмотрите, как... Ой, вообще, я сейчас умру. Вот это домик, я понимаю. Ой, а с той стороны какие там балконы будут круглые. Галя, мы туда еще не идем? А мы идем туда. О! Вот бокальчик для сегодняшнего розового, посмотрите. Надо приобрести. Вот Ницца, конечно, очень спортивный город. В любое время года здесь народ на велосипедах и бегает. Ну вот что она, вот она едет по тротуару. Им уже дали вон такое место для велосипедов. Нет, она будет ехать по тротуару. Мы как-то с дочерью хотели взять вот здесь велосипед. У нас ничего не получилось, потому что... Там надо как-то завести счет и по телефону. Ну, я дважды пыталась, по телефону не получается. И потом ты просто как вот карточку вставляешь. Можно заплатить только картой. То есть они не берут никакую мелочь. Ну, вообще, конечно, очень удобно. Ты его здесь взял, доехал до конца променада, оставил там, пошел дальше или наоборот. Едешь, увидел что-то, остановился, пошел погулял, прошел для следующей стоянки, взял опять велосипед.
прежде такое время, послушайте, вот немножко жара спала. Прям народ бегает, бегает. Молодцы. Сейчас мы полчасика пройдем, вы увидите, сколько здесь народу занимается спортом. Я не знаю, вот так вот лежать на море, да, вот как люди лежат, и просто загорать. У меня совсем стало какое-то другое тело к отношению, по отношению к загорелому телу. Ну, ноги я еще допускаю загорелое, лицо больше не люблю, очень сильно загорелое. Ой, все меняется, наверное, в сравнении с годами. Но как у тебя сегодня не очень хорошее настроение. Какая-то депрессия, что ли, у меня. Даже странно. Вот удивительно. Я вот иду и думаю, а что случилось? Я в том году одна шлялась везде по Ницце. И в позапрошлом году мне это вообще не мешало абсолютно. Очень рано я уходила. В 7 утра уже уходила из дома. А вот в этом году... Не знаю, вот мне не хочется одной идти, и все. Думаю, пойду уже похожу, хоть вам чуть-чуть сниму. Вот отель «Радиссон». Можно было сесть, может быть. Ушла далеко от остановки я. Очень мало людей, как ни странно. Шла вот за этим домом, улица, которая перед самым морем, да, то есть это вот параллельная улица. Здесь они в том году были сильные работы. И сейчас вот они уже закончили линию трамвая, посмотрите. Вот, то есть как бы все чистенько сделали. Ну вот вообще, вы понимаете, теперь вы переходите на параллельную улицу и все. Смотреть нечего. Посмотрите вот на эти вот дома, на эти окна. И вот даже не могу себе представить, сколько стоит снять такую комнату здесь. Остановки новые сделали. Нету никакой коммерции, я там видела кебаб один, потом там что-то парикмахерское, по-моему, для арабских мужчин. То есть вот, вот жизнь, как только уходишь от моря, жизнь, она заканчивается. Вот если бы я знала, куда идут эти трамваи, можно было бы и проехать. Но я абсолютно не понимаю, куда они едут. Сейчас вот можно посмотреть здесь. Вот тоже что-то есть, какая-то экспозиция где-то. Ну вот, посмотрите, это так вот, чтобы для сравнения, что жизнь есть только в старом городе и на набережной, а все остальное, ну так себе.